Привет! Моё имя Александр, я генеральный директор компании «Мастерская облаков». Компания «Мастерская облаков» появилась на свет благодаря рождению сына у моей сестры. К рождению ребенка принято покупать комплект постельного белья в кроватку. И вот тут Настя столкнулась с проблемой. Привет, я Настя. Действительно, когда я выбирала постельное белье для Костика, совершенно неожиданно оказалось, что ничего подходящего на мой вкус в Москве нет. Я облазила весь интернет, объехала из десяток магазинов, но все, что я там смогла найти, это дешевые комплекты со спецными рисунками на тканях среднего качества, произведенные в Юго-Восточной Азии. Либо были хорошие комплекты из Европы, которые меня абсолютно всем устраивали, за исключением совершенно неподъемной цены. Другими словами, в этой проблеме я увидел возможность предложить Насте и вообще всем молодым мамам что-то новое, так как сегмент постельного белья для новорожденных находился в застое. Это было видно даже невооруженным взглядом. Перед тем, как приступить к делу, я обратился к Виталику, мужу Насти и специалисту в области интернет-маркетинга. Мне было интересно оценить потенциальную емкость рынка и востребованность данного продукта. Привет, Виталик, это я. Я провел исследование и выяснил, что на основании самого стандартного словосочетания в поисковых системах, такие как комплекты в кроватку, видно значительный рост показов. С 2011 года их стало в 2,5 раза больше. Решение было принято. Надо действовать. На помощь для разработки концептуально нового подхода к комплекту в кроватку для новорожденных я пригласил дизайнеров Лену и Таню. Мы сразу поняли, что стандартная конструкция бортов на завязках нам не подходит, и решили взглянуть на это со своей стороны. Так и родилась идея каждую вертикальную планку кровати оборачивать свой собственный борт. Преимуществами такой конструкции являются постоянный визуальный контакт с ребенком, идеальная вентиляция, отсутствует риск использования борта как ступеньки, что происходит иногда с стандартными бортиками. А кроме того, они же очень красивые. Пока Лена и Таня разрабатывали дизайн, мы подготовили все для швейного производства. Закупили материалы, оборудование, арендовали помещение, наняли персонал, отшили опытные образцы для последующей сертификации и запустили тираж. Так и родилась идея создать фэнс-бамперы – стильные и безопасные борты в кроватку для детей от 0 до 3 лет.